предлагаю взять вот такие. Какие-то недорогие. 185. Да, зубная щетка. Нет, две щетки 185. Ну, это полоскать. Две сколько? 185. Бумажные салфетки. Что это такое? Косточка грызь собаки зубы чесать. Половая тряпка 52 рубля. Есть за 46. Так а что ты же говорила? Гречка 47 рублей. Это так интересно. Фирмы разные, так цена отличается, почти на 20 рублей. Горох 41. Есть за 27. Горох. Манка. Калитка. О, я думал, ее уже нету. Thank you.
Да, коньяков тут, конечно, разнообразие больше, чем вот. От самых дорогих до самых дешевых. Вода местного разлива. Черноголовка. Цикорий, цикорий. А какой хороший цикорий. О, знакомый мужик. А приправы дешевые, да? Вернулись мы с каравана. Сумма. Сейчас начнем разбирать. Начнем с какой. И вот одна селедка обошлась, получается, крымская коровка. Прямиком с Крыма. Вот он, черный принц. Какой же он черный, если он красный. Бублик, это не тебе. Первый пошел. Хлеб боярств. Михаил боярств.